Вот этот мотылек очень милый и кусачий. Как он тебя кусает? Лапками. Моего милого ребенка. Лапками тебя кусает? Да, вот, пошел, смотрите. Это каменный. Твой мотыль. Дружок, да? Лёва у нас с раннего детства любит дружить с разного рода мотыльками. Я Алену научила уже дружить. Это все потому, что у вас зеленая одежда. Бесконечность. Из бесконечности. Бесконечность. Так, Алена как-то слишком быстро дружит. А ну подожди, перестань быстро дружить. Я хочу поснимать твоего дружочка. Алена, не успевай сфокусироваться. А ну перестань дружить быстро. Классный друг такой. Я хочу папе. Как вы его назовете? Он не кусачий. Ну идите, покажите папе. Кусачий. Красавчик, щипает немножко. А меня он щекотит, а не щипает. Ну иди смотри. Сегодня мы наловили рыбы, и она очень вкусная и хрустящая. А как называется твоя рыба наловленная? Окунь. Да. Я очень вкусный окунь попался. А, окунь. Понятно. А чего вы такие раздетые? Вам что, тепло? Жарко. Жарко? И орешки были такие зажаренные? Да. Да, сегодня почти 30 градусов. Тепла, солнышко. Хоть и дождик прошелся, но все равно очень теплюсенько. Угу. Молодцы, сами себе обед поймали. Аленушка, скумбрия лучше? Одинаково, очень вкусно. Одинаково. Скумбрию вы тоже любите, да? Да. То есть у вас сегодня рыбный день? Да. Это все в одно дерево. Сейчас. В одно дерево. Ой, в одно видео. Да, в этом же видео вы кушали сегодня что? Рыбу. Окуня. Которого что? Словили. Словили. Кто словил? Мы. Вы сами его словили или папа словил? Мы с папой словили. Вы с папой словили. И он оказался гораздо вкуснее, чем скумбрия да. Сегодняшняя. Mm-mm. Нет? Скумбрия тоже вкусная. Одинаково. Ну, приятного аппетита.